Ярославцы могут выбрать место для голосования 9 сентября через интернет. Подавать заявление на удобный участок необходимо на портале госуслуг. Ограничивается выбор лишь пределами региона. При оформлении в интернете, как и при очном визите в избирком, пользователю предоставляют специальный талон, в данном случае электронный. С ним и нужно прийти на выборы. Подобная практика используется в Ярославле уже третий раз. Мы были пионерами на выборах в сентябре прошлого года, и на выборах президента мы уже в полный рост применяли эту технологию. У нас порядка 43 тысяч человек оформили соответствующие заявления, и 87% из них пришли на избирательные участки. То есть это говорит о том, что действительно востребованный институт, очень удобный. Я считаю, что это на самом деле очень удобно, особенно для людей работающих, занятых. Можно не тратить время, не идти на избирательный участок, а просто при любом удобном случае зайти на портал госуслуг, оформить заявление и в день выборов прийти проголосовать на любом удобном участке. Сейчас через интернет уже подано порядка 160 обращений о переносе места голосования. Еще раз напомню, единый день голосования состоится 9 сентября. Ярославцы выберут депутатов областной думы.